Ни дня без пожара. Вот уже второй день в центре города на площади Сенной горят дома. Но обо всем по порядку. Сегодня во второй половине дня вспыхнул двухэтажный дом. Боимся, потому что уже второй дом горит. Жить нам страшно здесь. Ну вот поживи вот в этих домах, и нас подожгут. Их не расселяют. И на Новосолдатский дом такой же не расселенный. Каждый день пожары. Я выглянула в окно, уже прям окно было. Это не может быть про какое-то мелкое разгорание. Оно дымило, а тут прям сразу огонь. Сразу, секунды прям. Специально, не специально, не могу сказать, но каждый день не могут дома просто так гореть. Нанимают пиромантов, которые поджигают, и все. Деньги заплатили, дом сгорел. Для постройку новых домов, конечно, все сжигает. Буквально недавно, вот вчера мы тушили соседний дом. Ну, в настоящее время следствие проходит. Что касается предположительно, на тот момент, то, что мы сейчас видим, ну, можно, наверное, расценивать две причины. Это электрика или занос открытого источника огня. Кому-то нужно, видимо, раз дома горят раз в неделю. А это вот уже вчера горел и сегодня горит. Это уже каждый день. Кто-то говорит, что молодого человека видели, как уходил. Маленький, кудрявенький. Из окна лично видел. Бутылку в окно закинул. Ну, он через забор сиганул. Так полгода уже сжигает. Весь район страдает от него. Бывшие местные жители здесь. Сколько, 18 лет сейчас только стукнуло. 5 лет уже на наркоте сидит. Поджигает дома, чтобы ему на дозу хватало. Вот и весь мотив. Здесь уже нечего думать. Скоро мы уже этот дом сожгут. Осталось только ждать. Когда только произойдет. Может сегодня, может завтра, может послезавтра. Уже всю Сенную сожгли. Сейчас надо ночами, как говорится, дежурить здесь, смотреть, чтобы здесь никто не залез. У меня ребенок. А ребенок вон сидит, плачет на вещах. Быстрее уехать отсюда. Как вы слышали, такой же пожар случился и накануне. Вчера вечером сгорел дом, расположенный на этой же улице, буквально в 50 метрах. Жители соседних домов уверены, что это тоже был поджог. В этом году кого-то переселили уже, кто-то остался. Я видел, что жили. Занавески были нормальные, все жили, окна горели. Дом, который в настоящий момент мы тушим, он не жилой. Дом полностью выселенный. Значит, угроза жилому дому, в котором проживает 6 человек, это 2 семьи, она была своевременно пожарными подразделениями ликвидирована. В этом доме вот живут, в этом доме мы тоже живем, в этом доме тоже живут, пока еще. И проще жечь, наверное, народ, чем что-то предоставить, какое-то жилье. Конечно, поджог. Если завиды регулярностью горят дома. Вот 2 недели назад там горел дом, теперь здесь сейчас горит дом. Вот сгорел дом, естественно, это поджог. Везде кругом поджоги. Жили пьяницы в этом доме всю жизнь, никогда не было поджогов. И вдруг все сгорело, когда им нужно было квартиру давать. Мы уже привыкли к этому. Мы здесь горим уже давно, часто. Это современный способ сносения построек. И мы уже привыкли к этому. Люди будут согласны сейчас на любую комнатушку. Мы живем постоянно как на пороховой бочке. Мы последние, допустим, несколько лет мы живем в постоянном страхе, что нас здесь просто сожгут, потому что здесь, естественно, кому-то земля нужна. Раньше боролись с огнем с богатыми, сейчас борются с бедными. Кто-то будет в шоколаде, а кто-то будет в дерьме натуральном. Маневренный фонд. Или на аэродроме, где самолеты взлетают. А у нас центр города, земля дорогущая. И еще об одном пожаре. Сгорел дом главы дагестанской общины Алика Максубова. Расследование этого возгорания, которое было запланировано ранее, как выяснилось, провел нижегородский рабочий, свежий номер которого выходит завтра. Этот дом принадлежит главе дагестанской общины Нижегородской области, города Нижнего Новгорода, города Кстова, Алику Магомедовичу Максубову. И, к сожалению, его дом сгорел. Причем о том, что пожар возможен, Алик Магомедович предупреждал давно, причем предупреждал власти. Он лично передавал письмо главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову. К сожалению, спасти удалось очень мало.